программу, все с какими-то ожиданиями. И меня часто спрашивают, а для какого возраста эта программа? И я говорю, от 18 до 100. Дело в том, что всякий человек, который уже чуть-чуть впустил трудные человеческие отношения, задается вопросом, как эти отношения наладить, как поддержать, как научиться врачам, как научиться терпеть, как научиться все-таки прийти к тем отношениям, о которых мы мечтали в глубокой молодости, когда нам казалось, что все будет замечательно, прекрасно и лучше не было. Но когда мы начинаем чуточку возрастить, мы начинаем понимать, что все не совсем так прекрасно, хорошо и замечательно. Иногда бывает очень трудно, а иногда бывает очень больно. Даже самыми близкими, самыми любимыми людьми. Вот наша программа, она предназначена для тех, кто хотел бы вот этих трудных, непростых, не всегда простых отношениях найти лучший уровень, лучшее качество этих отношений. Я не надеюсь на то, что вот после этой программы все слушатели, все участники придут к идеальным отношениям. Она не охватывает весь спектр человеческих проблем, но может быть на какие-то волнующие вас вопросы эта программа ответит. И сегодня мы возьмемся к первой теме, которая называется так: «Трудные люди, как с ними быть?». Если вы видели программу, вы уже обратили внимание, что там будут еще другие темы. Но сегодняшняя тема вводная. Для начала. Сегодня нам нужно будет усвоить, познакомиться с основными моментами, касающимися отношений между людьми. Итак, что же нам важнее всего? О чем мы думаем, о чем мы мечтаем, не те моменты, когда мы получим цвету, заботы, проблемы, а вот когда ты остановишься, перестанешь перестанешь бежать зачем, а просто остановишься. И послушайте меня, и послушайте себя, что же мне важнее всего. И ты вдруг поймешь, что важнее всего не деньги, только я. Важнее всего не то, о чем мы думаем чаще всего. Важнее всего глубокие, добрые, красивые, исполненные от радости, любви, взаимоотношения. Мы этому предназначены. Мы для этого созданы. Поэтому мы все люди страдаем. Все, а отношений нет. Вы готовы отдать это все, только чтобы отношения обрести. Мы так устроены Богом. И вот когда мы будем с вами в течение этой программы говорить о человеческих отношениях, мы всегда будем помнить об этой детали, которые необходимы в человеческих отношениях. Иногда люди хотят найти какой-то механизм, какую-то методику, которая помогла бы им наладить отношения. Дай мне эту заветную палочку в ручалочку. Дай мне методику, как я могу отрасти от пункта А к пункту Б, чтобы у меня отношения стали замечательными. Что я могу сделать? Но вот это горизонтальная вещь, то есть вот так возможно. Как же манипулировать своим близким? Что я должен знать, чтобы услышать своего близнего? Что я должен сделать для своего близнего? Это все важно. Но надо всегда помнить, как мы точно и отношения обмоем. Вот без этого никуда. Это хорошая русская поговорка. Без Бога не для того. Так вот, человеческие отношения. Эта поговорка актуальна как никогда. Без Бога не для того. И каждый вечер, говоря о горизонтали, говоря о том, как нужно строить отношения друг с другом, мы всегда будем говорить еще о Боге, из которого никогда у нас не будет настоящих отношений. Но и вы знаете замечательные слова
даже если вы никогда не читали Библию, то слышали эти слова. Бог есть любовь. Но когда мы чуть-чуть обдумаем эти слова, мы также поймем, что когда мы так называем Бога, когда мы так говорим о Боге, то сразу же мы говорим о отношениях, которые есть в Боге. Вот Бог, Он такой, Он. Ведь можно очень просто, очень упрощенно сказать. Бог такой, Он содержится в полнота вот тех отношений, о которых мы мечтаем. Когда мы говорим Бог есть любовь, мы говорим об отношении Боге. Об отношении Бога. Мы говорим о Боге. И я вот сейчас, слушайте, что я не говорю о Боге. Ну, может быть, кто-то из вас скажет, ну, я слышу, у меня жена проблема, а ты у меня такой. Но вы понимаете, что вот это все связано. И нас заставляют видение, и нас заставляют Бога. И нас заставляют видение, и нас заставляют Бога. Бог представляет собой специальную модель отношений, которые мы создали. Поэтому мы говорим, как мы учим отношения, нам стараться. Хоть изредка, мы все-таки думаем о том, какой Бог. Итак, мы должны сказать, Бог то есть. И я вот сейчас хочу показать вам картинку, которую Thank you.
Вот
Thank you.
Thank you.
Thank you.
бывает случайные встречи. Если на вашем пути оказался брак, значит, встреча с ним не случайна. Вот одно из прекрасных преимуществ христианства. Одно из христианских таких вот моментов преимущества, которые говорят человеку верующему Богу. Человек по-настоящему верующий знает, что в его жизни случайности не бывает. Случайности встречи не бывает. И если ты перенесешься с трудным человеком, то значит, для чего-то тебе эта встреча проиграна. Итак, второе. Не бывает случайных встреч. Даже если это случайная встреча с трудным человеком. Встречи с трудными людьми ранят нас. Это никогда не легкие встречи. Они не бывают легкие. Наши тяжелые встречи не менее важны для нашего духовного и нравственного роста, чем любой терапевт. Тяжелые люди лучшие учителя. Они закрывают наше впечатление изменения и учат нас тому, чему иначе не научили. Итак, встречи с трудными людьми. Какие бы они были тяжелыми, какие бы они были травмирующими для нас, как бы нам ни было с ними больно, но у нас очень много научить. Именно тому, чему мы на настоящее, а по собственному желанию, никогда не учились. Я часто рассказываю студентам, я не знаю, история из своей артистской жизни. Она не касается прямо отношений с трудными людьми, но где-то касается. Однажды под жизнью меня вызвал к себе старшина. И сказал, вот деньги, вот материал, утром должно быть два. Я ему сказал, я сама, я никогда что-то не делал. Ну, вы знаете, что такое церковь, он дышит, по крайней мере. Он, ну, так сказать, ударил меня за руку по ушам и сказал, понял? Я сказал, понял. Мы говорим, ну что же ты за нам пасть такая? Ну да что мне вот это? Наш трудный человек учит нас сам. Чему мы никогда бы не сами научили? Понимаете, есть вещи, это хорошо понимаете. Есть вещи, которые не научишься благодаря этим людям. И хоть вы догоняете, и почти всю библиотеку. Вы этим вещам не научились, потому что есть моменты, которые нужно прожить. И если хотите пострадать в жизни, чтобы что-то в нас изменилось. Поэтому вот эти трудные люди, они
воплотиться в творении под нашими важнейшими жизненными задачами. Послушайте, вот как бы это конкретная ситуация, это учебная ситуация, чтобы не с этим трудным человеком, которого кажется простить невозможно, ты научишься творить. Это важнейшая жизненная задача. Помните, как красиво об этом сказал Иисус на Новом Проповеди? Глазами на Бога. И мамы будут отличаться нам больше. Не научишься творить дни. Не научишься прощать и просить прощения. Никогда не будешь просто не прощать. Так, что нам нужно помнить, чтобы научить творить мир, необходимо обращать внимание не на Бога. В этом издательстве мы с вами говорим следующий раз здесь. Когда мы сравниваем с трудным человеком, но так мы устроены, мы должны начинать думать о нем, о том, какой он, как он мог так поступить. Но надо обращать внимание не на врагов. Необходимо обращать внимание на те духовные уроки, которые преподносят нам встречи с этим человеком. Понимаете? Нужный человек, учитель, вот это надо усвоить, это ваш учитель, пожалуйста, это старшина, который произвольный старшина, который идет под побочком. Это вот этот условный старшина, который держит ваше сердце. Но это вот такой учитель. И вам задача не думать, как он проходит спрашивает человек, вам задача думать, каких духовных которые преподносят нам общение с этим трудным человеком. Иначе не выдохнули. Во-вторых, отношения они могут открыть их в суд и только руки. Духовная логика сможет построить их тогда, когда вы наконец поймете, какие уникальные возможности для вас лучше бороться с этой распоряжаемой вами ситуацией. Духовный урок вы усвоите только тогда, когда вы поймете, какие уникальные возможности вот эта ситуация вам, отношение с трудным человеком, эта ситуация вам приносит. Когда я был социальным партнером, и у меня был очень трудный человек. Он просто терзал меня. Я приходил к нему домой, вот сегодня я прихожу к нему домой, но я знаю, он просит у меня прощения. Я ухожу, через день или через два, все начинается сначала. Снова он что-то обо мне придумал, снова он начинал выдвигать на меня какие-то обвинения, снова я к нему приходил, снова он выясняет все, снова он просит у меня прощения, и так длилось у меня один месяц. И однажды я пришел домой, лег на кровать, у меня болело сердце, я смотрел как потолок и говорил с Богом. Я не говорил боли. А ты что, не понимаешь, что я хочу сделать? Но тут мне 27, я еще не женат, а у меня уже болит сердце.
Когда Бог, сказать, окружает
всем плохо, и нам хуже всех. И вот и Бог нас не слышит и не понимает. Помните, это не так. Каждый наш крик, каждый наш вздох, каждый наш боль отзывается всем Божьим. Вот замечательного благослова Родителя Мольфа пишет перед вами. Бог плачет вместе с нами, чтобы мы возродились вместе с ним. Когда ты находишься в трудное положение, тогда света во всем впереди не видно. Когда кажется, что дальше будет еще хуже. Когда сердце твое разрывается от одиночества, и тебе кажется, что Бог не слышит и не понимает тебя, он действительно не прав. Бог вместе с нами, с нашими трудными людьми, с нашими трудными отношениями. Он может говорить о тебе, тебе не надо тебе говорить. Я хочу тебя научить тому, чему ты перенаси меня учить. Он просит, если ты знаешь, когда попрашивает, чтобы мы возделили вместе. Вот эта радость, которую мы получаем, проходя через трудные отношения, это не радость, не та радость, которую мы получаем, когда покупали новые хорошие вещи. Это не та радость, которую мы сегодня переживали, когда мы не зовут. Это радость того, что ты больше и лучше узнал Бога. Вот я разговариваю, вот все слова. Радость – это не отсутствие заранее. Радость – это присутствие Бога. Радость – это не отсутствие трудных людей в вашей жизни. Радость – это не тогда, когда ты готов к комфортной отношения. Радость – это тогда, когда трудные отношения. В борьбе, печаль, беда, безысходность, вдруг ты обнаруживаешь Бог есть. Все, что происходит с тобой, вдруг ты начинаешь понимать, все, что происходит с тобой, происходит не сам. Вдруг ты начинаешь понимать, что все, что ты переживаешь, есть высший смысл. Бог видит этот смысл, Он видит тебя, и Он тебя к чему-то ведет. И здесь не понимаешь, что ему глава не садится. Там я тебя знаю. И вот здесь мне тоже было. Но я все не могу говорить о том, что у меня идет здесь. Мы говорили о этом отношении. И я уже верю, что где-то чуть-чуть в нашем сердце Послушайте слова.
Thank you.